Сердечно приветствую участников 9-го международного конкурса фестиваля молодых исполнителей на деревянных, медных, духовых и ударных инструментах имени Юрия Николаевича Должикова. Радостно осознавать, что такой яркий и значимый конкурс привлекает множество юных дарований не только из города Москвы, но и из разных уголков Российской Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Я считаю, что конкурс должен состояться, он состоится в связи с нашей трудной обстановкой, с пандемией. Приехали участники конкурса. Это просто великолепно, что они не испугались сложностей, трудностей. Всем участникам желаю достижений ярких, творческих высот. Покоряйте новые вершины, участвуйте, побеждайте. Всех вам благ.